Спасибо, что пришла. Конечно, конечно. Скажи, чем я могу помочь? Тела моих родных. Я не могу оставить их на виселице. Их нужно похоронить достойно. Отправить их души в мир иной. Каписку. Я пойду с тобой, отцу. Следуй за мной. Их всех уже сняли. Что же нам делать? Спрячься. А я пойду поболтаю с тем стражником. Эй, отпусти меня! Где тела, которые висели здесь? Их всех уже забрали. Куда? Говори, где они? Я не знаю. Кажется, их собирались отнести к реке и выбросить. О, нет. Идем. Кристина, идем со мной. Что будешь делать? Что еще остается? Убить их. Нет, не делай этого. Они ни в чем не виноваты. Они бездумно выполняют приказы. А значит... Эцио! Вабене, я прокрадусь мимо них. Возьму своих родных, если нужно, то по одному. И отнесу в лодку. Будь осторожен. Я должен покинуть город.
Кристина, поехали со мной. Я бы хотела. Но моя семья... Мы всегда будем вместе, Кристина.